или умрите. Мы разгромили железное собрание и открыли архив. Молодцы, ребятки. Поговори со мной. Пока.
Беги, малышка, беги! Деньги, друг.
Поговори со мной. Приходи еще. Thank you.
Берегитесь. Берегитесь.
малышка, беги! Беги, малышка, беги!
Беги, малышка, беги!
дел, да? Быстро!
наказаны за это вторжение. Thank you.
заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где кто я? Кто мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно вы ж закройте комнату там. Подожди, а где Нелла? Нелла тут, подожди, а что? Подожди, а почему здесь маг остался, Хайль и Халион? Я же сказал, все РДД придет в комнату. И Нелла тоже с вами там. Не, Нелла я сказал, что остался. У нас трэш тут еще. Да, у нас трэш рискнулся тут. Окей, давайте падайте. Алло, четвертая пати, вы какого зайдите хрена остались снаружи, я не понимаю. Вам типа не фонарю было информации подойдите. Заходить? К фонарю подойдите, умрите. Третья, четвертая пати заходит внутрь, пятая остается. Что ты пишешь, Лок, я не понимаю. Потому что вы в комнату не зашли. Там на английском написал. А что тебе непонятно? Я сказал, первая, вторая заходит, с ними идет Холипал, все. Все остальную инфу я типа вам не этот, никакую другую не давал. Время, деньги, друг. Приходи еще. Или как ты услышал, Халион, расскажи, пожалуйста. Хочется понять, что я не так тебе сказал. Я тебе сказал оставаться? Через оранжерею жизни. Да не суть, какой у тебя ник, очень похож на Халиона. Ну, ты мне скажешь, что не так? Что ты носки ебёшь? Да кто ебёт? Ну, блин, люди не могут зайти в эту комнату, понимаешь? Кто не понял? Меня не понял только вот Лок Халион, Лок Хайль и Мак Эстереза, или как-то так. Или Мак Нарда, не понял, как один из этих. Вот, еще непонятен написал. Да, что-то. В Клемельгау пошлите все. Какую? Нет, подожди, а что? Войт что-то вообще не то пишет. Ну, он пишет Клемельгау, да все нормально. Не, он написал первая, вторая пати в комнату, а это нет. Наоборот. Кастеры в комнату, милики здесь. Да, да, да. Да, третья, четвертая в комнату, плюс этот кошмарчик. И с ними монах. Так, рыба была? Дон, нет. Накинешь что-то? Это последняя моя рыба. Комната это вон там, где решетка, куда побежала половина рейда, вот туда. Ну как там, одна пати ушла в итоге. Ну, я попытался подстраховать, но толку было мало. Нелла, оставайся все равно. У нас шамахер тут, конечно, дед бомбом. Да, блять.
За что? Все, сейчас все будет нормально. Я отвлекся. Все, поехали, Плятант. Ну, прикольно на Локе, можно ауешить и этот, и не бояться просесть по мане. А на сове поауешишь, и все, иннер тебе закидываешь. На пресе тоже такого, у тебя иннера нет. Тучка есть. А что, подожди, прист разве сушение много сожирает? Почти 1500.